У вас может быть какая-то мысль, что вы можете какую-то привычку хотеть все выучить. Надо обязательно в море грибы пособирать. Грибы, потому что вот это все грибы, они вдруг говорят, а что уже, пошли грибы? Вот, да, они бывают, идут. Вот, значит, ну и так далее. То есть задача, шаг номер один, мы берем бумагу, блокнотик, носим его с собой и выписываем вот это вот то, что бы мы хотели в качестве каких-то активностей, необходимостей, значит, осуществить в течение лета. Если вы так будете инвентаризировать свою умственную жвачку в течение нескольких дней, мои мысли о лете, мои планы на лето, что я обычно говорю, как я провел это лето, а сочинение, как я собираюсь провести это лето. Лучше всегда все заранее подумать, а потом понимать, чтобы меньше плакать потом.